Всем привет! Зашла на 5 секунд. Решила, чем писать длинные сторис. Напишу одну большую сторис. Ровно на 5 минут зашла. Хочу поделиться с вами вот такой информацией по кисломолочке. Привет! Здравствуйте, Алена! Значит, смотрите. Так, сейчас сначала я напишу. Хочу поделиться по поводу кефира молочного, потому что иногда меня спрашивают молочный кефир. Сейчас я напишу молочный кефир. Кефир. Смогу я это запостить? Ой, могу, да. О, супер. Хочу поделиться, значит, такой информацией. Смотрите, когда вы используете кефир, ну, чтобы сделать кефир, да, используйте вот эти вот зерна сами, то есть культуру. Не просто порошок кидаете, а именно культуру, да. То есть чем отличает домашний кефир, что отличает домашний кефир от кефира производственного, да. То есть мы с вами дома используем обычно такие вот зерна кефирные, да, специальную культуру. Производственный кефир обычно делается с помощью вот этого порошка, чтобы был одинаковый результат. Естественно, дома такого результата не будет. Так вот, что я хотела сказать: что когда вы используете, есть разница, когда вы используете молоко пастеризованное. Да? Я сейчас разговар... говорю, естественно, о молоке животного происхождения. Да? Сейчас не буду вдаваться в глубину там качество молока и так далее, да, это как бы не, не не это моя цель, потому что очень многие пугаются, когда они покупают, например берут, ну какое-то время использовали пастеризованное молоко, да, чтобы делать кефир, и потом вдруг берут молоко сырое, не пастеризованное, да, там коровье, неважно там козье, вот и пугаются, что что-то не то с их зернами, что-то не то как бы с их культурой, потому что результат получается совершенно другой. Да? Сейчас я вам кратенько объясню, почему. То есть смотрите, когда вы берете пастеризованное молоко животного происхождения, естественно, там ну, пастеризация убивает все бактерии, да, то есть хорошие, плохие. То есть у вас там ну как бы чистый лист получается. И когда вы туда в принципе, по такому же принципу действует э, кефир, этот, э, йогурт. Да? То есть, когда вы делаете йогурт, вот этот вот термофильный, который греть нужно, то его сначала пастеризуете э, молоко, потом закладываете туда культуру. Для чего? Чтобы э, у вас на выходе получилось то, что вам нужно, да, определенный сорт йогурта, либо в данном случае ну, кефир. Смотрите, если вы берете. Э, то есть, потому что в кефире, да, в самих этих зернах уже находятся определенные, определенные бактерии, да, определенные микроорганизмы, скажем так. Когда вы берете сырое молоко, не пастеризованное, что получается? Сырое молоко, оно э, кишит, кишмя, скажем так, да, э, бактериями, микроорганизмами живыми, да, то есть там целый такой свой собственный микробиом, можно даже сказать, да, то есть целая экология там. И когда вы туда привносите вот эти вот куль культуру, да, кефирные зерна. Почему, собственно говоря, если вы туда, например, засунете э, йогурт, да, то не йогурт, йогуртовую культуру не грея, то у вас, в принципе, ничего не, ну, как бы получится, но получится совсем не то, что вы хотели. Например, вы хотите болгарский йогурт, получится не болгарский йогурт. Да? Почему? Потому что новые, э, вы привносите другие микроорганизмы, да, в уже среду, которая. Э, ну, как бы заполнено микроорганизмами, и что, что происходит? Они начинают соперничать. Да? И вот в, как бы в результате соперничества этого вы никогда не знаете, что у вас получится э, на выходе. То есть будет много от чего зависеть, да? от всяких разных условий, от тех микроорганизмов, которые находятся в данном молоке, потому что э, от разных животных молоко содержит разные микроорганизмы очень важно, где, да, то есть разные места обитания вот этих вот животных, да, там, например, на берегу моря, там кто-то пасся, да, может быть, может быть, около гор, то есть тоже будут совершенно разные микроорганизмы, разные страны и так далее, и так далее. То есть это будет определять условия среды обитания вот этих животных, будет определять бактериальный состав, ну, не только бактериальный, но мы сейчас про бактериальный состав, да, вот этого вот молока. И когда вы туда привносите, кстати, если есть вопросы, задавайте, я вот прям ровно на 5 минут вышла. И когда вы привносите туда вашу культуру кефира, да, то он уже не будет таким, как вот, например, с пастеризованным молоком. То есть он уже будет, ну, предсказать, какой он будет, достаточно сложно. Да. Обычно он получается чуть жиже. Он получается чуть по-другому, вкус у него получается. То есть он совершенно-совершенно другой. То есть зерна себя ведут по-другому, да, потому что там у них идет соперничество, то есть они соперничают друг с другом за, ну, место под солнцем, можно сказать, да. И на выходе у вас получается чуть-чуть другой другой вариант. Вот, вот это я хотела вам сказать. Наверное, оставлю это в ГТВ, чтобы оно прямо было, вот, чтобы мне уже не повторять эту информацию, потому что очень часто бывают у меня такие вопросы. Вот, не все как сказать, не все такие смелые и покупают и пользуются сырым, свежим молоком, да, но бывает, то есть, ну, если mm -hmm. вы можете найти, на самом деле, в плане вот бактерий, да, в плане пользы и в плане э, пробиотической пользы, да, то есть не только нутриентов, но и вот пробиотиков, конечно же, сырое молоко из-под коровы, которая послась на пастбище, да, то есть пастбищное животное, то есть та, которая кушала, ну, я, конечно же, ушла в свою любимую тему, э, та, которая кушала травку, то, что она, в принципе, и должна кушать, да, то есть э, корова была создана, чтобы есть траву, но никак не зерно, да, то есть зерно – это сразу слишком много омега-6, э, которые вызывают воспаление и так далее, и так далее. Не буду туда уходить, в ту тему, да, но вот э, когда это хорошего качества молочко, да, конечно… Такой кефир, возможно, он не получится у вас по консистенции, да, какой-то такой, какого вы ожидаете, может быть, не такой, как обычно, может быть, не такой, как из магазина, но ну, однозначно не такой, да. Но в плане пользы для здоровья, да, пробиотической, пробиоти, ну, как бы, пробиотический профиль, и профиль нутриентов, конечно же, будет просто восхитительным скажем так, вот. Поэтому я очень советую, если у вас есть возможность, обязательно хотя бы попробуйте, посмотрите. Э -э, вдруг вас, если у вас есть возможность, да, такое молоко себе купить, то, конечно же, попробуйте кефирные зерна с ним. Вот обязательно. Ну, если так подумать, да, то в принципе кефирные зерна они же из чего-то образовались, да, и скорее всего, э ну, в ходе нескольких э как сказать, этапов ферментации, да, они образовались все таки из молока сырого, да, изначально, несколько там тысячелетий назад. Точно так же, как и все йогуртовые культуры, да, точно так же они образовались, естественно же, тоже из молока. То есть вот этот вот очень такой, да, очень ну, большущее количество вот этих вот микроорганизмов полезных. Ну, там и не полезные, конечно же, тоже есть, да, для нашего организма. Но, в принципе, вот все вот эти вот микроорганизмы, их большое количество в молоке, там, конечно, очень, ну, как сказать, большие возможности для образования интересных продуктов. Да? То есть, если вы посмотрите э, по всему миру, да, у нас есть э, все э, народности, которые выращивали какой-либо скот. Обязательно есть э, традиционные, прям вот несколько, э, ну, тот же кумыс взять, да, несколько традиционных э, блюд именно продуктов Именно кисломолочного, ну, вот, кисломолочных продуктов. Вот. Кстати, обо всем этом мы будем болтать с вами на курсе. Курс начинается по кисломолочке 9 марта. Вот. Девчонки, ну что, покупайте себе любим курс в подарок, почему нет тоже? Подарочные сертификаты. Подружкам дарите. Будет очень интересно. Мы разберем, кстати, в сторис я выставила что будет на курсах, да, в слайдах, какие вещи. То есть мы можем с вами, естественно, конечно же, мы еще обсудим какие-то дополнительные вещи, которые можно сделать из молока, да, то есть э, йогурт как таковой брать не будем, но мы возьмем наипростейший, скажем так, наиболее естественный, как бы, вариант йогурта, который получается сам собой, вот. Все, что я хотела, дорогие мои, вам сказать. Если есть вопросы, дам вам полсекундочки, подожду. Если нету, я пошла. Вот у нас уже вечер. Сейчас пойду себе налью кефирчика, кстати. Вот, я не пользуюсь. Какое-то время я пользовалась, на самом деле, ну, вот, непастеризованным молоком. А, у нас непастеризованное молоко в Лондоне достаточно дорогое удовольствие. Я его иногда покупаю. Обычно просто ну, для того, чтобы ребенок пил. Вот. Сама тоже иногда пью, но не, не очень сильно, если честно. Обычно я использую вот пастеризованное молоко. На самом деле э, кефир можно назвать, что он депастеризует молоко. Да? То есть если вы берете пастеризованное молоко, естественно, там уже все ну, пробиотики убиты. Да? И вы туда вносите кефирные зерна, которые просто кишмя кишат, скажем так опять, да? э, пробиотическими. Э, кстати, э, кефир молочный, да, там от 50 до 200 штаммов бактерий разнообразных да, микроорганизмов. То есть для сравнения вам ну, самые крутые пробиотические капсулы, ну, наверное, ну, штаммов 9, может быть, там, да. То есть ну, сравнить сложно. То есть вот живой пробиотический ферментированный продукт всегда будет намного круче, чем то, что вы можете приобрести в капсулах, да. И намного более разнообразен, ну, и более, естественно, натуральным будет он, да. То есть это сама природа создала. Вот. И когда вы... Берете пастеризованное молоко и туда привносите культуры. да, то есть вы э, привносите туда, ну не, не те микроорганизмы, которые там были, да, но все-таки вы привносите микроорганизмы, да, то есть вы размножаете там эти микроорганизмы и получается, что кефир, э, кефирные зерна, они депастеризуют молоко, то есть они опять возвращают его в более-менее натуральный свой вид, да? то есть вот кишащий, полный бактерий полезных пробиотиков, энзимов, э, не энзимов, ферментов, да, по-русски ферментов э, пищеварительных и так далее и тому подобное. То есть огромное количество витамина В, там много витамин К, да, более у, легко усваиваемый э, кальций и так далее. То есть, в общем, ну, огромное количество пользы. Но сегодня я хотела просто сказать, что не бойтесь э, использовать сырое молоко. Да, но учтите, имейте в виду, что результат будет чуть другой, будет отличаться по нескольким параметрам от пастеризованного молока, когда вы его используете для кефира. Все, дорогие мои, спокойной вам ночи, пейте кефирчик и приходите ко мне на курс.